Уважаемые коллеги, дорогие друзья, считанные дни отделяют нас от главного праздника в году. В преддверии Нового года мы традиционно подводим итоги, строим планы. По итогам 2020 года ожидаемые продажи грузовых автомобилей КАМАЗ составят около 36,5 тысяч штук. Финансовый результат также прогнозируется неплохим. Мы планируем закончить год с выручкой более 200 миллиардов рублей и с прибылью. Мы вывели на рынок наш новый флагман – КАМАЗ-54901, чем укрепили свои позиции. Продолжаются поставки автобусов и электробусов в Москву. Мы достигли значимых результатов в таких перспективных направлениях, как беспилотный транспорт и транспорт на электрической тяге. Все это достигнуто на фоне пандемии коронавируса, которая стала настоящим испытанием на эффективность системы управления и сплоченность КАМАЗовского коллектива. Дорогие друзья, искренне благодарю вас за солидарность, за глубокое чувство ответственности за КАМАЗ в этот тяжелый для всех нас период. Благодарю вас за неизменную готовность отстаивать интересы компании, быть вместе с ней и в дни торжеств, и в пору испытаний. Спасибо вам за то, что мы завершаем этот сложный год с хорошими производственными результатами. Учитывая все вышесказанное, мной принято решение премировать коллектив премией в размере тарифа или оклада. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Здоровья вам и вашим близким! Счастья, благополучия, исполнения сокровенных желаний! В новогоднюю ночь предлагаю поднять бокалы за успех в 2021 году во всех сферах нашей жизни, во всех наших проектах ради общего благополучия.